голос мой полон любви и милости обращается к тебе ныне, народ мой. Народ, я вижу твои раны, я вижу румяные кламы твои колебания и сомнения, и вот говоришь в сердце своем, кто может мне помочь, кто выйдет навстречу, и кто румяный фрамен перевяжет эту рану? О, Роман Фома, народ, о, если бы ты смирился, и если бы доверился, как малое дитя, то, Роман Фома, я бы подошел с милостью, перевязал твою рану и положил бы свой целительный бальзам. Почему не доверяешь Духу Святому, почему колеблешься, а я есть Бог отвечающий? Я вижу те трудности, которые в домах, я вижу все переживания, народ мой, и вот я на этом месте, чтобы утешить тебя и укрепить в любви и в милости, народ мой. Ты дорог для меня. Но вот пришло румяный фрамен, время весьма трудное, и это только начало трудностей. Еще ожидает больше трудностей тебя. Я вижу, народ, как ты слаб, как ты немощен, аминь, оболочи. А я хочу тебе сказать, народ мой, время я даю для того, чтобы ты глубоко углубился в Слово Божие, румяный фрамен, ала очи. Глубоко вник в себя, румяный фрамен, ала очи, и сказал, я хочу жить святою и непорочной жизнью. Как я хочу, чтобы ты велико смирился предо мною, поправил свой светильник, румяный фрамен, ава очи. Как я хочу, чтобы ты поправил жизнь свою, чтобы ты вышел на примирение, чтобы ты, румяный фрамен, обошел поле жизни своей и привел в порядок те вопросы, румяный фрамен, ава очи, которые еще открыты пред моим лицом. О, народ мой, знай, что румяный фрамен, те, которые будут водимы Духом Святым, они устоят в это трудное время, румяный фламан. Я их проведу, я дам силы, румяный фламан, аускемен. Ибо вижу те сердца, которые укоренились в этом земном, румяный фламан, и настроили планы великие, румяный фламан. И вот произошла установка, я вижу ропот и негодование, румяный фламан, ава отче. Но вот увидите, как враг будет обрезать выход за выходом, аминь, ава отче. И будет я осматривать со всех сторон, чтобы сделать, куда пойти. А я говорю, Роман Тукламан, остается потаенная комната. Туда входи, румяный фрамен, лаустамен, там открывай свое сердце и свое желание. И я, Бог, видящий это тайное, буду воздавать явно тебе, румяный фрамен, ава отче. О, народ мой, бодрствуй, румяный фрамен, аус, чтобы тебе не попасть в человеческие сети, а потом не выпутаешься, румяный фрамен, и потому, румяный фрамен, сближайся со мной в молитве, румяный фрамен, лаус. И ныне говорю, плачу себе и о детях своих, румяный фрамен, ава отче. Молись, румяный фрамен, румяный фрамен, ава отче. О, Роману Лимини Чадус, и ныне говорю, помазанники мои, служителя, предстоятели пред моим лицом, румяный фрамен, посте и молитвы пребывайте, румяный фрамен, чтобы елей не оскудевал на голове, румяный фрамен, лаус, и говорю, усильте молитву в народе, румяный фрамен, ава отче, как нужно стать на молитвенную стражу народу, румяный фрамен, и вопиять, чтобы, румяный фрамен, я вступился за народ, ибо силы неравны, румяный фрамен, и враг великой ярости восстанет во весь рост, румяный фрамен, ава отче, и будет отрезать все пути, румяный фрамен, ава отче. И румяный фрамен, лаус, кемен, о, как некоторые опустят руки, румяный фрамен, задрожат колени, румяний фрамен, лаус, и в негодовании, и в ропоте остановятся на пути, а те, которые всецело доверятся мне, румяний фрамен, лаус, кемен, о, неужели я не проведу, румяний фрамен, ава отче. О, народ мой, румяний фрамен, без воли моей не падает ни единый волос твоей головы, румяний фрамен, лаус, кемен. Я верю всегда и во всем, народ мой, румяный фрамен, я держу тебя за правую руку, румяный фрамен, ава отче. И разве нет у меня силы помочь и заступиться за тебя, румяный фрамен, ава отче, ригис, майтус, кемен. И если я заплатил за тебя такую дорогую цену, цену страдания, цену жизни своей, румяный фрамен, аус, неужели, румяный фрамен, кемен, аус, я не укрою тебя, румяный фрамен, но, народ мой, я вижу, как ты утучишься.
почернел, отошел от истины, Ревелифамон, вышел на широкую, дорогу и многое себе позволил в жизни, Ревелифламонаус. А теперь я, Ревелифрамон, допускаю эти теснины со всех сторон, и стеснять так, что, Ревелифламон, будешь вопиять, Ревелифламон. Но если в своем умствовании, Ревелифламонаус, кемен, народ мой, будешь ходить, Ревелифламон, то попадешь в силки, Ревелифрамон, и не выплутаешься, Ревелифрамон. Но если будешь вникать в слово мое, Ревелифрамон, а во очи, оно, Ревелифрамон, укажет тебе путь истины, Ревелифрамон. И Дух Святой будет трудиться во внутренности твоей. Ибо вижу, как народ разделился и стал на две стороны, Ревелифрамон, а во очи. И в своем умствовании человеческом рассуждает, Ревелифрамон, а во очи. А я говорю, остановись. Есть Мартурмен Алман, знаешь, что я есть один Бог, Ревелифрамон, а во очи. И Кемен Фламен, это я допустил эти обстоятельства в жизнь твою, Ревелифрамон, а во очи. Я остановил, Ревелифрамон, тебя на этой дороге, Ревелифрамон, а многих остановил в суетных делах своих, Ревелифрамон, а во очи, Ревелифрамон. В планах остановил, Ревелифрамон, амон, ибо поведу новым путем, Ревелифрамон, путем страданий, путем скорбей, Ревелифрамон, а во очи, и путем приближений к себе. Народ мой, Ревелифрамон, а усемон, знай, что это моя рука, Ревелифрамон, для того, чтобы ты взыскал меня, чтобы приблизился, Ревелифрамон, и потому бодрствуй, не допускай рокота и негодования, Ревелифрамон, Ревелифрамон, и вот теснина пришла, только одна, а ты уже, Ревелифрамон, а во очи мечешься, Ревелифрамон. А когда придет конница, что ты скажешь, что когда, Ревелифрамон, а во очи? Итак, народ, Ревелифрамон, дорожи этим временем и дорожи друг другом, ибо не будешь иметь такого общения, Ревелифрамон. Дорожи, Ревелифрамон, и делай запас, Ревелифрамон, ибо вот, Ревелифрамон, а во очи, как трудно будет устоять, Ревелифрамон, а я говорю, сплотись в единстве, в мире и в любви, Ревелифрамон. И не осуждай, Ревелифрамон, а во очи, и не вступай, Ревелифрамон, в эти распри, чтобы тебе не согрешать. Но знай, что Ревелифрамон это мною допущено, и ты велико смирись, Ревелифрамон, и покорись воле моей, аминь, а во очи. И стой в истине, Ревелифрамон, аустемен, придут великие, Ревелифрамон, а во очи, испытания, великие народ, Ревелифрамон, а во очи. Но ты стой в истине, Ревелифрамон, молись, Ревелифрамон, а во очи, ибо вижу, Раман Хайбедускемен, беспечие некоторые души покрыло, Ревелифрамон, лаускемен, и думаешь, что это пройдет, а я говорю, это начало болезни, это начало скорбей, Ревелифрамон, лаускемен, и потому укрепляйся в моей силе, в вере и в надежде, Ревелифрамон, Хайбедускемен, ибо я Бог твой все во всем, вездесущий и всемогущий, Ревелифрамон, лаускемен. И в этих испытаниях я не отниму милости от народа, Ревелифрамон, лаускемен, но буду простирать руку, и кто будет вопиять в страданиях и в томлениях и в переживаниях, я буду исцелять, я буду помогать, я буду выходить навстречу, Ревелифрамон, я не оставлю тебя без пропитания, народ мой, келбадашкамен, а во очи, но вот ты келбадашкамен, а во очи, Ревелифрамон, а во очи, привык, Ревелифрамон, гитускемен, питаться с царского стола, Ревелифрамон, лаускемен, а я говорю, Ревелифрамон, оскудеет, оскудеет твой стол, Ревелифрамон, лаускемен, и не будет того, что было, Ревелифрамон, а во очи. Я испытаю каждую душу, Ревелифрамон, взвешаю, Ревелифрамон, аус, и смотри, чтобы не оказаться тебе легких на моих весах, Ревелифрамон, а во очи. Ибо романту кламен, амон, я испытаю, раман, лемен, будешь ли ты благодарить меня в этих скорбях и в этих трудностях? Я, Ревелифрамон, испытаю веру твою и надежду, аминь, а во очи. О, какая плавильня ожидает народ мой. Но ты не бойся, я буду с тобою. Пойду впереди, Рмантулам Рихаман, буду пролаживать дорогу, аминь, а во очи. Исмантурмин Албархемен, искренен Клавенаускемен, знай, что я иду впереди, Рмантулам а во очи. Я буду укрывать, я буду помогать, Рмантулам Рихаман,
Я буду оживлять дух твой, аминь, Аволодче, и те смиренные сердца и сокрушенные я буду посещать радостью, роман флабал, Аволодче, и будет ликование в духе, или фаван в присутствии моем, и так народ. Сблизься, и будешь спокоен, и милость моя пребудет над тобой во все дни. Аминь.